Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе. Завершение последнего участка дороги откладывалось из-за параллельного ремонта теплосетей. Работы шли как раз на 30-метровом заключительном отрезке пути. На минувшей неделе теплосетевики закончили переустройство линии. Это позволит доделать оставшийся участок и завершить соединение. В результате будет свободный проезд по Солнечной напрямую, минуя объезд по Демократической. Затем начнется установка бордюрного камня и устройство тротуаров. После реконструкции улицы Ташкентской у самарцев появится целый километр прогулочной зоны. Сейчас возле больницы Середавина подрядчик укладывает последний, третий слой асфальта. После этого дорогу до Московского шоссе откроют для движения. На новом участке появятся дорожные знаки и светофоры. Проезжую часть из 4 полос разделит прогулочная зона. Там проведут озеленение, посадят деревья, установят скамейки. Строители новой трамвайной линии до стадиона начали собирать рельсы и шпалы. Эти элементы привозятся на стройку отдельно и уже на месте собираются в сетку. Из-за жары работы проводят ночные и утренние часы. Собрано уже несколько пролетов рельса шпальной решетки. Каждый рельс 12 метров в длину и весит почти 800 килограмм. Конструкция пока укладывается вдоль будущей линии. После изготовления всех элементов ее перенесут на пути краном. Параллельно ведется вырезка основания под трамвайное полотно. Где-то приходится укреплять поверхность, засыпать овраги, завозить новый грунт. После того, как основание под полотно будет вырезано, на него уложат слоями песок, геотекстиль и щебень. Такая слоеная подушка будет почти 1 метр толщиной. Завершаются работы по устройству дренажной системы. Вдоль трамвайной линии уже уложили специальные трубы. Работа выполнена с расчетом, что дренаж будет проходить без насосов, благодаря естественному уклону. На некоторых участках строители заложили опоры освещения и основания для остановок. Завершить строительство новой трамвайной ветки планируется весной следующего года. Движение на Южном мосту изменилось. Для машин открыт обновленный участок. Почти готова половина проезжей части. Ремонт там на финальной стадии. На участке уже заменили деформационные швы, забетонировали основание, уложили гидроизоляцию. Кроме того, на дорогу уложили новое двухслойное асфальтовое покрытие. Отремонтировали тротуары, поменяли бордюры, обновили барьерное ограждение и фонари. Сейчас рабочие продолжают ремонт опор моста. Через несколько дней подрядчики приступят к обновлению второй части моста, и по ней проезд будет перекрыт. Работы идут по графику, строители обещают ускориться, не теряя при этом качества. Ремонт комплексный проходит на всей протяженности Южного моста и путепровода «Аврора». Всего обновят больше километра дороги. Полностью завершить ремонт должны к 1 ноября этого года. Пропускная способность моста должна увеличиться. Пустить трамвай через Фрунзенский мост – такие планы озвучили в областном правительстве. Предполагается, что новая транспортная ветка свяжет между собой центр Самары, Южный город и Новокуйбышевск. Развитием железнодорожного сообщения между крупными районами по Фрунзенскому мосту займутся сразу после мирового футбольного чемпионата в 2019 году, когда мост планируется сдать в работу. Сейчас готовность перехода больше 40%. Продолжается второй этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Всего планируется сместить 12 секций, длина каждой достигает 90 метров. Пролет состоит из центральной части длиной почти 600 метров и двух боковых. На строительство этого сегмента запланировано 9000 тонн металла, из которых больше 2000 уже собрано в конструкции. Вместе со сборкой пролетного элемента идет строительство в русле реки Самара. Завершены работы на 4-й и 5-й опорах. Также завершается насыпь у береговых опор моста озера Банное. Продолжается строительство съездов на развязках с выходом на улицу Шоссейную на левом берегу Самары. Сдать мост в эксплуатацию планируется в 2019 году. Три тысячи квадратных метров асфальта срезали на площади Куйбышева. Капитальный ремонт идет по графику. Такие масштабные работы здесь не проводились с 1938 года. В скверах восстанавливается и обновляется плиточное покрытие, приводится в порядок ограждение. Из 4 скверов почти завершены 2. Рабочие подготовили коммуникации для освещения и системы автополива, уложили плитку. Продолжаются работы в 2 других скверах. Готовность больше 1/3. На всех 4 участках около площади уложат новый газон, обновят тротуарные дорожки. Скверы украсят топиарные фигуры. Также здесь проведут электрический кабель, который будет питать технику во время массовых мероприятий. Строители восстанавливают гранитный борт вдоль площади. При необходимости проводят бетонную заливку, чтобы укрепить плиты. На самой площади идет фрезеровка старого покрытия. Рабочим предстоит снять 36 тысяч квадратных метров асфальта. Работы ведутся днем и ночью. Гарантия на капитальный ремонт площади Куйбышева 5 лет, но срок обслуживания в разы больше. Открыть ее обещают уже в конце октября.